Елена Ковшова, коренная жительница Самары, хорошо знакома с историей родного города. Однако из-за того, что живет в районе Старозагоры, в историческом центре бывает нечасто. Бесплатная обзорная автобусная экскурсия, которую организовали специально ко дню города, стала для Елены хорошим поводом вновь увидеть знакомые и любимые места родной Самары. В прекрасном автобусе, очень интересная обзорная экскурсия, поэтому я с удовольствием поехала. Самое интересное о том, что трубочный завод, на котором работал мой прадед, сделал не трубы, а трубки к снарядам. Мне это было открытием, очень интересно было узнать. На экскурсии пассажирам рассказывают о знаковых для города событиях, архитектурных объектах, промышленных предприятиях и выдающихся личностях города. Проезжают и по исторической, и по современной части города. Ну и о людях, как известно, историю делают люди, а дома лишь являются свидетелями истории. Поэтому очень много будет о людях, о таких, как, допустим, Дмитрий Козлов, конструктор, о таких, как фон Вакана и многие купцы самарские, которые тоже оставили след в истории нашего города. Мне друзьям хочется, которые приезжают в гости, показать Самару с левой стороны, с хорошей стороны, интересной. Как хорошо организовано, автобус комфортный, потому что в том месте, и посмотреть хочется. Бесплатные экскурсионные автобусы курсируют в день города по двум маршрутам. От храма Кирилла и Мефодия до остановки улица Молодогвардейская и от площади Кирова до площади Революции. Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.